Добрый день! Сегодня поговорим о стратегическом перекрытии. Что это за такой коварный прием? Мы обычно играем в шахматы, ну не обычно, а играем мы в шахматы для того, чтобы поставить мат, но каждый из нас выбирает свой способ выигрыша. Либо мы сразу же наваливаемся на короля всеми фигурами в попытке поставить мат, либо когда понимаем через какое-то время, что соперник упорно защищается, мы выигрываем у него там пешку, фигуру, получаем материальный перевес и превосходящими силами потом все равно идем ставим мат. Но есть такой стиль игры и стратегический прием, когда мы, не выигрывая материал, можем лишить соперника, в переносном смысле лишить соперника, нескольких фигур на доске. Этот прием называется стратегическое перекрытие. Мы можем некоторые фигуры соперника запирать на ключик и благополучно играть без них. Посмотрим на эту позицию. Вроде бы наш слон на d3 смотрит на королевский фланг, да? Очень хочется, соответственно, провести какую-то атаку. Пойти конь g5, потом ферзь f3, ферзь h3 и попытаться поставить мат. Но вот беда. На ход конь g5. На ход конь g5 мы можем увидеть, что соперник просто наносит удар по центру, и все наши попытки атаки разбиваются. Он нападает на нашего слона, слон отходит, и, например, чтобы показать, что ничего мы не добились, конь идет на g6. Все. В ближайшие ходов 10-20 мата не будет точно. Соответственно, возникает вопрос. А что же сделать? Вся беда получается из-за чего? Из-за того, что сразу несколько черных фигур приходят в защиту. В случае чего в защиту и слот белопольный придет. Да? Там через g4. И чернопольный слон где-то на f4 встанет, собьет нашего коня с командной позиции. И все у нас будет печально. Поэтому уже на 10-м ходу белые, задумавшись, делают ход конь e5. Цель этого хода ни в коем случае не бить коня на c6. Цель этого хода заблокировать фигуры черных. Выключить их из игры. Если мы посмотрим теперь картинку, я специально даже обвел в кружочек черные фигуры, которые одним ходом нашего коня оказываются вне игры. Смотрим, кто попал в этот красный кружочек. Слон, конь, второй слон, он уже не выйдет, потому что пешка не освободит ему дорогу. Ферзь, ладья и несколько пешек. Да, нельзя сказать, чтобы эти фигуры выиграли, конечно же, но мы выключили их из игры, а игра у нас будет происходить на королевском фланге. Что дальше мы собираемся делать? Мы собираемся пойти ферзь f3, ферзь h3 и в случае необходимости может даже пешечный марш пешкой g до g5. Убирая защитника и ставя мат на h7. Хороший рабочий план, и ему теперь гораздо сложнее противостоять. Гораздо сложнее, потому что мы выключили несколько фигур из игры. Очень часто стратегическое перекрытие, или другими словами, выключение целых нескольких фигур из игры, блокирование их, осуществляется в целях защиты. Посмотрим на типичную позицию из французской защиты. Да? Здесь, конечно, есть гигантская теория вариантов cd, конь h6, да? Но последний ход белых, если что, был ход а3. Белые намерены пойти b4, начать игру на ферзевом фланге, потом завершить развитие, сделать рокировку, что-то на королевском может еще сделать, и зажать черных по всей доске. Но изначально белые собираются на ферзевом фланге атаковать. Что могут сделать черные? Они могут ходом c4 выключить из игры на ферзевом фланге, там, где белые собирались играть, сразу и слона, и коня. Ну, понятно, что ладья там пока доберется, но выключили почти весь королевский фланг белых из игры на ферзевом фланге. Возможность подрыва у черных осталась. Ход f6 у них еще никто не отменял. А если белые будут делать естественные ходы, вроде слон e2, конь с b на d2, то черные успеют сделать рокировку,
успеют сделать рокировку. Защитятся от движения пешки Б, да? И с какими-нибудь естественными ходами черные просто начнут подрыв центра. Потом конь переходит через Е7 на С6. Если же побьют белые, тогда замечательный хороший пешечный центр у черных будет. Останется развить фигуры слон D6, конь Е7, конь G6 и где-то готовить ход Е5. Да, то есть здесь стратегическое перекрытие использовалось для защиты. Да? Покажу еще один пример партии, в которой тоже можно было использовать стратегическое перекрытие. Итак, посмотрим на позицию. Внешне может показаться, что позиция равная, но фигуры черных капельку лучше расположены. У них есть какое-никакое давление на центр, у белых ничего этого нет. Белые в партии пошли конь b3. И, в принципе, через какое-то время были переиграны черные. Как должны были играть белые? Белые смотрят, что черные недвусмысленно своим слоном, своим ферзем, своей рокировкой в длинную сторону добегают, что вся их атака направлена, да, на королевский фланг. Соответственно, может возникнуть отличная мысль. Пойти конь f3. Тоже предлагаю размен, но размен здесь не главное. Если соперник меняется, черным приходится тратить время на защиту пешки А7. И тут же ферзь буквально выключается из игры на королевском фланге. Это как бы защитная функция нашего перекрытия. Но есть и вторая как бы глубинная функция этого перекрытия стратегического. Черные фигуры, а именно слон, конь как-то выключаются из игры на ферзевом фланге. Далее, соответственно, ну, конечно, придется еще несколько точных ходов сделать белым, чтобы совсем уравнять, потому что тут конь намерен залезть на d4. Но, в принципе, после ходов, там, не знаю, ферзь f2, слон f3, конь e4, белые могут начинать свою атаку на ферзевом фланге. Да? Итак, мы посмотрели, как можно использовать стратегическое перекрытие для атаки на королевском фланге, как можно использовать для защиты, но иногда стратегическое перекрытие используется для хороших действий, для успешных действий на ферзевом фланге. Итак, в этой позиции черные готовы провести Е5, побороться наконец за центр. Белые должны выбрать план, где они собираются играть. На королевском фланге атаку вести или на ферзевом. На королевском фланге надежно расположен король. Домик короля построен. Слон защищает. В общем, в успех атаки на королевском фланге практически не верится. Атака может быть успешной, только если белые вдруг решат уйти в длинную рокировку и провести пешечный штурм. Но этот план очень рискованный, потому что тогда король не сможет себя чувствовать в безопасности на ферзевом фланге. Тут слишком далеко ушли пешки. Что делают белые? Белые принимают решение. Атака будет на ферзевом фланге. Будут скрываться линии и атаковаться слабые пешки. Да? А на королевском фланге по возможности постараются не проиграть белые. Но самое главное для успешного штурма на ферзевом фланге. Это b4, b5 и потом движение пешки а. Нужно, чтобы слон, страшный слон на g7, не оказывал разрушительного воздействия на позицию белого. Поэтому белые ходят пешка e5, d, e, f, e. Осуществили стратегическое перекрытие. h3 может быть преждевременный ход был, но после рокировки конь f8 белые теперь смело могли начинать атаку на ферзевом фланге. b4 на ход конь e6 защитили свой центр. Теперь ход c5 не грозит. Да? Зато грозит, если что, ход ферзь d2, ладья d1. То есть белые получили такую отличную позицию, что могут продолжать игру до вскрытия линии на ферзевом фланге. А4, А5, Б5, А6. А могут просто сделать еще одно стратегическое перекрытие. Уже перекрыть вообще ферзевый фланг от игры на королевском и королевский от игры на ферзевом. И с чистой совестью получить сильно получить лучшую позицию с перспективами на атаку. Вот в таких случаях можно использовать стратегическое перекрытие.